И всем привет! Вы на канале Федро и The Gaming. Меня зовут Александр, и сегодня у нас очень интересная игра, называется Retro Garage Mechanic Auto. Подсмотрел я ее в одной группе ВКонтакте, это не реклама, пацаны про меня даже не знают, просто, как всегда, рекомендация. Там много всяких разных вот подобных игрушек, так что, если хотите, можете пройти по ссылочке в описании. Итак, давайте посмотрим, что это за игра. Игра про ремонт, тюнинг и вождение классических и ретро-автомобилей СССР. 4.6 средняя оценка, более 5 миллионов скачиваний, и вот такие вот симпатичные картиночки. То есть смотрите: ремонт, инфо, покраска, тюнинг. И вот так вот можно красивенько машинку свою зафитить, также можно в движке поковыряться, но я не механик, скорее всего, буду тупить. Также есть очень много разных всяких запчастей: задний бампер, передняя левая дверь, передний бампер и так далее. И красивый москвитос едет прям в закат куда-то там, замечательно там. Также все отзывы положительные, игра топ, я хочу сказать вот что. Игра бомбезная, но хочется подчеркнуть, сделать пожалуйста, чтобы можно было тюнить движок и зарабатывать на гонках. Например, гонка — это онлайн тер. Окей, короче, много всяких разных интересностей, отличная игра и так далее. Ну погнали посмотрим, что это за зверь. Итак, понедельник, день первый. Приветствие, добро пожаловать в ретро-гараж. Вчера состоялось открытие мастерской, и у нас уже есть клиенты. Просто замечательно. Так, в настройках есть только звук, не знаю, музыку оставить нет, но давайте уберем, наверное. А время просто убегает, есть какая-то работа, так. А новая работа, неисправности, все по-русски, просто замечательно. Скорее всего, игра от русского разработчика. А сложность легко, оплата 100 рублей, какой-то парень зацепил меня, пока я перестраивалась. Почини мне заднее левое крыло. Давайте попробуем это сделать. Вращая камеру, найти сломанную деталь. Замечательно нашли. Вот она прям такая беспонтового цвета. Перетащите сломанную деталь в ремонтную зону. Как это делать? Вот так вот. То есть мы ее уже сняли. Перетащили, починили. И теперь назад одели. Ну все так максимально простенько. Никаких навыков механики не требуется, зато заработали 100 рублей. Это было довольно просто. Сегодня еще несколько клиентов. Не стоит заставлять их ждать. Погнали. Работка. Можно музыку включить-выключить, но я ее вырубил в настройках. А, легко, оплата 150, одна дамочка резко перестроилась прямо передо мной и поцарапала мне крыло. Ну, это мы уже делали. О, УАЗик, смотрите, красивенький какой. Вот у нас, как она его поцарапала, это все переделано. Окей, сделали, завершили. А как здесь покататься на машинах? Или мы будем этим заниматься весь день? А капот заклинило и дверь багажника заржавела. Глянь, насколько все плохо. Оплата 250. А здесь можно что-нибудь сделать? Неисправности пока непонятные, да. Окей, давайте попробуем. Вот у нас капотик. Надо болты откручивать. Я это где-то уже подобное видел, только с техникой. Правда, не я играл, а кто-то другой, по-моему, нет. Капот исправили, болты затянули, и все замечательно. Теперь он его фиг откроет. Также у нас какое-то крыло. А, нет, задняя крышка. Тоже болты открутим. Было что-то с приборами домашними, там всякие эти фены, блин, колонки и так далее. Ну, замечательно, машину сделали. А что можно улучшить? Смотрите, плюсик горит. Отлично. Время, кстати, убегает. Смотрите, уже 2 часа, надо на обед, наверное, идти. Я въехала в довольно глубокую яму по пути на работу. Ты мог бы посмотреть, что там с колесом. Вот, смотрите, до колес добрались. С каким колесом? Да, ну вот с этим, конечно же. Ёпарасоте. Нажмите на деталь, чтобы ее снять. Ну, сняли. Болты надо все открутить. Зона ремонта, пожалуйста. Ну, кому-то это, наверное, понравится. Пока я не понимаю, в чем прикол. Я бы хотел бы свою машину тюнить. Ух ты, как быстро работаешь. Да, конечно, быстро, блин, я же профессионал. Вы хотите улучшить свою мастерскую за 5000? У меня как раз они есть. Давайте улучшим. Сейчас будет просто красивей. Ну, смотрите, новые агрегаты какие-то появились. Но я, наверное, зря это сделал. Что у нас на складе есть? Все детали, которые у вас есть, хранятся тут. Окей. А у меня нифига нету. Также есть город. Откроется после третьего уровня. Блин, еще надо колошматить уровень. Двигатель перегревается, думаю, проблемы в системе охлаждения. Сейчас проверим. Ремонт. Так, вот он у нас движок. А какую деталь? Ну вот, система охлаждения, болт надо снять. Так, вентилятор давайте починим. Я вроде бы музыку выключил, но она все равно, по-моему, играет. И болт, что, зафигачить? Ну и все, отлично, спасибо. Поздравляем, вы достигли второго уровня. Хорошо, это последний клиент на сегодня. Отличная работа, теперь можно отдохнуть. И как мы будем отдыхать? Хотите завершить текущий день? Давайте попробуем. День завершен. Заказ клиентов, запчасти на ремонт, прочие расходы, итого за день минус 4110 рублей. Ну как-то скромненько мы провели первый день, да. Новый день, новые клиенты, за сегодня нужно следить за временем и успеть всех обслужить. Ну погнали, быстренько сделаем. Не заводится. Что не заводится-то? Вот оно.
Болты снимаем. Стартер. Можно даже подучить матчасть, так сказать, да? Замечательно. А что ты крутишься? Давай мне бабки-то, блин, клиенты-то ждут. А хулиганы разбили мне стекло. Окей, где оно? А где стекло? А, переднее, нифига. Ты попала на переднее стекло. А и где оно? Время идет, блин, где стекло? А тогда передняя правая дверь. Ну хотя бы выделили бы. Крыша. Ветровое стекло, вот оно. За 40 рублей, ёпарасоте. Ну взяли, короче, вроде бы, да. То есть надо будет это. Вставляй, замечательно. А бабки-то отдашь? Нифига себе, купили за 40, а замутили за 250. Нормально тогда. А еду я, никого не трогаю, рядом катится мое переднее колесо. Тогда тебе удалось. Это очень сильно похоже на полицию, в которую мы играли. То есть можно, в принципе, попроходить, если истории не будут повторяться, будет вообще клевенько. Так и шо? Колеса-то нету. Нет колеса, надо идти в этот, в магазин. Нет, а где он магазин-то? Ё-моё, я... Склад, наверное, нет? Запчасти. Нужно колесо. Переднее левое колесо. А какое колесо у нас не хватает? Наверное, переднее правое. Покупаем. Ну да, я угадал, переднее правое. Да, труба вот сзади, все нормально. Болты-то у нас есть хоть в наличии? Все хорошо. Отлично. Короче, на скорость, на внимательность и на сообразительность. А поворачиваю ключ зажигания, ничего не происходит, пора покупать новую машину. Да, пора покупать новую машину, конечно же. Так, что у нас тут есть? Сняли, починили. Без болтов. Вакуумный усилитель и одели. Все. А что сломано еще? А вот еще, смотрите, аккумулятор. Надо новую покупать. Запчасти, где аккумулятор? Аккумулятор на батарее, давай. Запихивай. А то еще болты затянуть. Ёпарс, ну блин, интересно. Вроде бы пустяк. У нас есть, смотрите, биткоинов 105 штук. А что, все? Сегодня больше нет клиентов, возможно, будут завтра или через несколько дней. Очень позитивное сообщение. А что нам делать-то? Так, город откроется после третьего уровня. Склада нету нифига. Есть только, смотрите, какой у нас. Хотите утилизировать аккумулятор на батарее за 6 рублей? Мы заплатим или получим? Получили, ну и нормально, тоже неплохо. Так, 2500 расширения гаража. Утилизация пока нет, мастерская тыры-пыры. Что у нас еще тут есть? Ну, наверное, придется подождать просто следующих клиентов. Ну, давайте это и сделаем. Сегодня больше нет клиентов, возможно. Да подожди, я не туда нажал. Хотите? Хотим. Итого за день 972 рубля. Нормальненько так. Третий день, уже среда, как же быстро летит время. Вперед за работу. Да, я пришел с работы и теперь работаю на другой работе. А двигатель перегревается и плохо заводится. Давай попробуем. Так, а ремонт. Подожди. А, значит, вот так вот надо. Чтобы открыть капот, надо... Че? Подожди. Блин, мы машину полностью... А зачем? Закручиваю назад двигатель. А, вот так вот это. Короче, справа есть кнопочки кузов, ходовая и мотор. Ну, давайте мотор быстренько сделаем. Починим вентилятор. Все, я разобрался. Почему это не показали в тренировке? Это не было в симуляции. В ходовой еще вот этот фиговый радиатор. Ремонтируем. Ставим. Не, блин, офигенная игра, я поиграю. Если хотите прохождение посмотреть, пишите в комменты. Пройдем ее полностью, блин. Ага. Так, здесь все сделали. Ну-ка, запуск. Ладно, не будем ничего запускать, вроде бы все хорошо. Да какой откаст, что тебе еще надо? Смотреть видео за косарик можно. У меня уже полурабочего дня прошло. Так, еще раз давайте. Ремонт. А вот еще, смотрите, фигня какая-то. Откручивай. Стартер, давай вперед. Ставь. Болт. Фига она ушатала тачку. Все крутится, значит все хорошо, отлично. Так, новая машина в музее, появился УАЗик. Так, инфо. Продавцы авто отмечены на карте. После покупки и ремонта авто его можно будет испытать на автодроме. Вот, пошла жара, пацаны. Так, где? Вот продавец. А, предложение продавца за 4800 можно взять вазик какой-то. А, ну, у меня нет столько денег, отмена. Тут много продавцов, слушайте. Вот еще один. За 3. Давайте подформим бабок. А чё вот они так горят, как странно. 4500, автосалон откроется. Короче, много всего интересного тут у нас есть. Всё охота потыкать.
2900. Короче, я пошел работать. Сейчас быстренько заработаем немножечко бабок и возьмем себе тачку, посмотрим, что она из себя представляет. Так, мне нужен мастер, который сможет починить полный привод на моей машине. Ты справишься? Давай попробуем. А, так, ходовая, тыры-пыры-тыры-пыры. Блин, не то снял. Мисанул, представляете, бывает. Так, это, короче, задний карданный вал норм, а передний карданный вал ушатанный. То есть надо зайти в запчасти, найти... Какой там был передний? Амортизаторы. Ну, короче, здесь все максимально просто. Но, в принципе, можно сделать. Так, а что еще сломано? Что-то еще сломано. Движок норм. А, вот эта штука сломана. Ёпрасота. Коробка передач. Чтобы снять эту деталь, снимите передний кардан. Да я уже его починил, подожди. Всю тачку надо разобрать, представляете же, Скарик? Сейчас провозимся до конца рабочего дня. Ставь. Сначала это. А на что ты его установил-то, интересно? На воздух, что ли? Все, давай бабки мне. Бабки, бабки, бабки. Отлично. 450 рублей заработали. Замечательно. Уже почти на машину хватает. Можно еще и рекламу посмотреть. Тогда вообще на все хватит. А хочу повесить на свою тачку спортивные бампера и задний спойлер. Нифига ты крутая тетка. А их надо сначала купить, наверное. Так, а еще раз, что ты хочешь? Спортивные бампера и задний спойлер. То есть нужно купить спойлер и бамперы. А где у нас тут склад? Покраска, тюнинг, 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 работа. Давайте, ладно, ремонт через ремонт, запчасти. Так, кузов. Задняя панель. Нужен передний бампер спорт. Наверное, вот это, да? Задний бампер спорт. И спойлер. Ты где лежишь? Я не вижу тебя. Задний спойлер. Вот, все. Это бампер. А мне нужен спойлер. Я не вижу спойлер. Задний спойлер. Бабок потратили, теперь на машину не хватит. Быстро делаем. Нельзя установить. Надо сначала снять его. Вы представляете, какая жара? Болты откручиваем. Да это офигенский, блин. Спорт ставим. Закручиваем. Нифига сейчас тачка крутая будет. Болт закрути, сволочь. Разворачиваем. Убираем эту фиготу. Кстати, вот такие бамперы тоже крутые. Вот это да! Спойлер хочу поставить. Да, спойлер поставил. Ничего тут не надо делать. Ёбарасоте, полтачки разобрали. Так, задний бампер. Болты закручиваем. Провозились до 5 вечера. Ну и отлично. Сегодня больше нет клиентов. Возможно, будут завтра. Замечательно. 2700 нафармили. Очень мало. Давайте рекламу посмотрим. Итак, в принципе, я не вижу смысла заканчивать день. Можно зайти в город и выбрать какую-нибудь тачку, которая нам хватает. 877 рублей. Очень дорого. 3200. Вот на это хватает. Че, как она? Предложение продавца. 2107, мотор 2106, год 86, пробег 90 тысяч. Цвет. Состояние ужасное. И то есть ее надо еще будет восстановить. Вы представляете, какой это кайф? То есть ты покупаешь ушатанную тачку. Поздравляем с покупкой. Замечательно. И она не будет ехать, потому что она ушатана. Ее сначала надо будет сделать. Но это же кайфулечка, нет? Так, а... Так, состояние ужасное. А можно прокатиться вот прямо сейчас? Или мне сейчас скажут, на автодроме, или где это было, вот автодром, пока занят. То есть надо день пройти? Ну давайте попробуем. А, подождите, у меня денег не хватит, возможно, какие-нибудь детальки и будут проблемки. Давайте закончим день, начнем новый. И потом уже, исходя из того, что мы нафармили, сделаем нашу тачку. Итак, четверг, день четвертый. Ну погнали, поработаем вначале. Мастерской же находится другая... Подождите, а куда мне его девать? Подождите. Машина перемещена в гараж. Все замечательно нам. Так, я попал в аварию, моя красотка спереди уже не та. Ты ведь сможешь починить? Ну да, немного не та. Так, ну давайте. Болты снимаем. А может у него еще в движке проблемки? Замечательно. Капот ставим, болты одеваем. Чего-то не хватает, да. Так, давайте посмотрим. Ходовая тоже, смотрите, устал радиатор. Сделаем. Вы бы знали, сколько у меня уставших радиаторов в Universal Track в этом. Я каждую поездку меняю, блин, радиатор новый, потому что ездить не умею нифига так. Нажмите на деталь, чтобы ее снять. А здесь все нормально вроде бы, да? Так, заходим в запчасти, нужен передний бампер. Причем обычный. Подожди, кузов. Еще, скорее всего, здесь детали другие, потому что тачка-то другая стоит. Так, передний бампер, вот, пожалуйста, давайте покупаем.
А нужен вот с фарами передняя панель, да, тоже нужна, скорее всего. Ну, давайте попробуем поставить. Ставим, бампер ставим, болты затягиваем. Все нормально? Да, замечательно. Я справился сам без подсказок. А опыт, оплата тыры-пыры. Давайте следующую. А кто-то скрутил мои спортивные колеса. Надо бы подобрать колеса попроще. Опаньки, видали, какие детальки? Ремонтик. Ой, сколько у меня всяких разных вещей. Мастерская. Так. Колеса, где колеса? Ходовая, вот она. Есть переднее колесо левое, переднее колесо спорт. Нужны обычные колеса, он сказал. То есть, прям на внимательность, вы представляете? Все, мне больше ничего не надо. Хорошо, что болты не нужно покупать. Они всегда есть в наличии. Ну все нормально, мужик. Ну нифига тачка, смотрите, у него вкачанная в максимум. Мне нужно поставить багажник на крышу. Возьмешься? У-у-у, нифига себе, тетонька на какой тачке гоняет. Клевенько, давай попробуем. Так, разобрано. А что разобрано? Что разобрано? Где разобрано? А, ну типа тут не хватает багажника. Окей, запчасти. Багажник, да, смотрите, детальки все другие, даже вон передняя панель от УАЗика стоит. В зависимости от того, какая тачка стоит в гараже, выбор деталей в магазине отличается. Замечательно. Ставим. Нельзя установить эту деталь, пока не установлена крыша. Подожди. А какая крыша-то нужна? А, вот эту тряпку надо убрать, что ли, что запчасти? Давайте посмотрим, что есть. Так, крыша. А, тент. Вы представляете, у нее стоит тент. Заднее стекло. Теперь тент снимаем. Нифига себе. Крышу ставим. Вы представляете, же жесткарик какой-то. Подожди. Задняя дверь. Панель надо убрать. Нифига тут жесткарик. Дверь ставь. Тетка не будет против, что я ей дверь поставил? И болтов сколько, ёпарасоте, как на ноутбуке каком-нибудь. Давай, все. Дальше что? Что дальше? Еще, похоже, красить нужно будет ее, нет? Потому что, смотрите, что-то оранжевенько горит, нет? Так, все, а что еще разобрано? Что еще надо-то? А, стекло не поставило, господи, боже мой. Нужно стекло нормальное на двери. Так, запчасти. А, задняя панель, стекло задней двери. Наверное, вот это вот. Ну все, что тебе еще надо-то? Стекла боковые, я догадался сам, без подсказок. Как все, блин, сложно. Ставь. Я что-то снял. Ставь на место. Нет, это нужно другое стекло, пацаны. Я косямба. Вот они, боковые стекла, смотрите, стоят. Раз. А они, походу, смотрите, одинаковые. Давай попробуем одинаковые стекла поставить. Раз. Красотямба, все готово. Спасибо, теперь можно отправляться в путь. Спасибо, блин, время 3 часа дня. 4-й левел, новая машина в музее, появился новый экспонант. Хорошо, а как это посмотреть? Подождите, музей, вот здесь вот он. В музее представлены экспонаты автопрома СССР с 50-х по 90-е годы прошлого века. Можно трогать руками. Замечательно, вот у нас новая машинка, можно открыть. Посмотреть, что внутри лежит. А вовнутрь можно заглянуть? Нет, внутрь нельзя заглядывать. Потом УАЗик есть. Почините. А, короче, что чинишь, то и появляется. Ну, блин, инфо есть. И мотор можно посмотреть. Модель 451 год, 72 двигатель. 14, тыры-пыры. Ну, все, короче, замечательно. Все открывается. Вы представляете, как, с каким энтузиазмом подошел разработчик к созданию этой замечательной игры. Просто прекрасно, дам. Так, у нас время 16:48. А давайте в мастерскую зайдем. Что у нас? Все, сегодня больше нет клиентов. Можно заняться своей тачкой. Почему бы и нет? А как ее это? Где гараж? Ремонт. Ну, давайте что-нибудь сделаем с ней. А, так. Ёпарасотэм. Мотор. Здесь все ушатано вообще просто полностью. Ремонтируем. А, кстати, мы за бабки ремонтируем. Не надо ничего утилизировать. Ёпарасоте. Надо снять все, короче. А где болты-то, я не вижу. А, вот с этой стороны, господи, боже мой. Так, а снимите сцепление. Болтяки тоже убираем. Давайте стартер снимем.
Короче, снимем. Как это все я назад буду ставить, я не знаю. ЕПРС. О, даже здесь что-то сломано, если вы представляете. И половина под замену. Приводной ремень. Так, а картер я могу починить. Это только на выкидку, короче. Как это пролистать? Масляной насос. За 4 рубля, кстати, чиним, представляете? То есть не все так это радужно, как хотелось бы. ЕПРСТ. Болты снимаем. Полностью надо разобрать. Я не соберу потом назад эту штуку. Давайте сверху. Чего не получилось? А чтобы снять эту деталь, сперва снимите цепь ГРМ. Где она стоит-то? Ну, надо ту сторону, наверное, снять сначала. А, вот так вот она просто снимается, окей. Он весь уставший, вы представляете, весь коричневый. А, поршни, ёпры, как до них добраться, до этих поршней? Короче, ребятки. Нет у меня больше двигателя. Я его весь разобрал. Что-то можно починить. Что-то, смотрите, красным ушатанным. Что-то желтым ушатанным. А воздушный фильтр, допустим, вообще в труху. Распредвал в труху. Цепь ГРМ в труху. Короче, все в труху. Зачем я купил эту корыто? 21 час, уже пора домой. Уже довольно поздно, завтра можно будет продолжить. Замечательно. В общем, ребятки, на этой машине я еще не скоро покатаюсь. Если хотите, можем продолжить. Так что пишите, что думаете. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Игра очень крутая. Скоро продолжим. Пока-пока.